офис сжигать к чертям. Смотри, короче, дал бы своим подписчикам как это, как номер вот этих парашта. Послали на три буквы. Да, да. Ну прикинь, сколько этих сразу звонков одновременно. Так, ладно. Значит, а у тебя свет вот этот подключен? Нет, свет не подключен. Да, свет. Там... По резкому так по фану свет тоже подключил, чтобы не видеть. Так, а теперь я, короче, включу тему с. Нет, стоп. Здесь мне получается будет это все выходить. Ага, мне нужно здесь будет замутить такую тему, то бишь. Я сейчас втащу этой собаке. И по фану лайк, когда ты видео записываешь. Что долбало, реально. Я не знаю, что с ним делать, с этой гребаной собакой. А ну-ка, стоп, если я сделаю вот так. Вроде успокоилась. Сейчас опять. Ага. Гребаные тифлифлопы никогда не работали. Откуда? Так, а теперь нам нужно, а я не знаю, что нам нужно. Получается, ладно, я выведу это все наверх. Уж через блок нельзя подавать? Нет, я не выведу это все наверх. Хотя нет, что, выведу. Вверх надо захерачить. А, получается, так, здесь у меня идет уже эта тема, да? Окей, убираем. Точно. Ладно, воспользуюсь старым телефоном. Спокойно, без паники. Начала гавкать. Стоп, а у тебя окно может открыто? Нет, окно у меня как раз таки закрыто. Фига себе, вот это оно четкое, слушай. Собака такса. Да ладно. Вот это маленькое безобидное существо. Да. Маленькое безобидное, а гавкает, что доберман какой-то. Да-да-да. Так, получается у нас... У меня дома овчарка немецкая. Это чувак, я тебе скажу. Она с кошкой никак поладить не может. Ого. Нам пришлось кошку бабушке отдавать. Да уж. У меня тоже собака с кошкой не ладит. Вот. Тоже гоняет. Её, что я как не знаю, что... О! Сказала электрик, да будет светло. Так, а теперь, значит, ставим вот эту хрень. 28 минут снимаем. Давай еще 10. Блин, вот, знаешь что, хожу к репетиторам, да? И там время вот это долго вот это вот ждется. А я вот. на парах же сижу, и мне как-то получается, пары у нас идут 1:20, вот, и как-то они быстро. У вас, наверное, там этот как преподаватель нормальный. Сидят все. Да, кстати, преподаватели офигенные у нас. У нас особенно информатику. Тот дедок, получается, с 804 года преподавал информатику. Вот, и, короче, получается, такие фишки нам там выдавал. Такие анекдоты у него самые шикарные были. Вот. Каждую пару там у нас пары. Вот. Каждую пару он нам там анекдоты травил. А еще был у нас, получается, ДПЮшник. Я на первом же курсе учился, сейчас на втором уже перешел. Вот, ДПЮшник у нас был. То мужик, я тебе отвечаю, просто жестокий. У нас получается как. Каждую пару была самостоятельная работа. По ДПЮ, там всякие хрени там написали, вот, и получается, он когда проверял эти работы сразу же на паре, получается, кто шумит, 30 отжиманий. Да ладно? Да, 30 отжиманий, то есть, кто шумит, кто разговаривает и так далее, 30 отжиманий, потом следующий, кто шумит, на десятку возрастало, мы так до 200 доходили. Прикинь. Это капец, 200 отжиманий. Я полтинник сделать не могу, а тут 200. Доходили, до 200 отжиманий мы доходили, наша группа.
Вот. Там такие он на сконе тоже мочил. Это просто жесть. И никогда, то есть, там этот... и матом иногда выражался. Да и матом-то это вообще пофиг. У нас, короче... И ДПЮшник, и информатик, все матом. У нас, короче, в 7 классе... Ну, у нас каждый год почему-то... Не знаю за чего... Каждый год трудовик новый. Все старые увольняются, новые приходят. И, короче, у нас в прошлом году такой колобок был, такой толстый, такой и маленький. Тот, короче... Представляю. Короче, тот брал палку, если ты, короче, хотя бы слово какое-то там вне приказа скажешь. Приказа, да. И, короче, палку брал и кидал прям. Не уклоняешься, все, беги к медсестре. Уклонился, красавчик. Больше ничего не скажешь. Нормально. Вот. У нас тоже такие там куни анекдоты носили там. Вот. Я тебе отвечаю, там просто. Сидели, получается, на паре мы. На ДПЮ на том же самом. Получается, два чувака у нас на задней парте сидят, вообще похуисты такие. Они, короче, там шумели и так далее. Вот. Но это была, по-моему, первая пара или вторая, я уже не помню. Вот. И, короче... сидим, и получается, звонок прозвенел уже. И эти сразу так похватили, сразу, короче, так быстро собираться начали. Этот ДПЮшник сказал, говорит, типа, чё вы, типа, сидели целую пару друг другу там надрачивали. И теперь быстро надо выйти, типа. Там вся группа, короче, убирать. Парни кончили, чё тут ещё сказать? Там я тебе отвечаю. Такие кони были у нас в группе. Так, и теперь нам нужно. А это тоже еще, получается, у нас историчка. У нее калькулятор есть. Короче, знаешь, как пиликает, как будто бомбу заваживает в КС. Точно. Вот. И у нас, получается, один парень сидел на информатике. Она нам зачеты выставляла, считала оценки. Вот, и получается, значит, набирает, у нас парень такой, бомба заложена здесь. Мы как начали угорать, потом через 5 минут опять, пошли. Потом, опять через 5 минут, осторожно, кидаю гранату. Мы как начали там угорать, такие фишки были. Вот, так, я тут бегаю и со стороны в сторону, не знаю, что мне делать. Ладно, эти, получается, я сделаю потом. Надо теперь с музыкой сделать. Точнее, не с музыкой, а со звуками. Чувак, у тебя есть дома кошка? Да, или есть, кот? Есть. Попробуй, короче, на нее прилепить скотч. Я тебе отвечаю, будет по фану делать. И чё? Она так будет, она, короче, так дрыгаться будет смешно, как будто прям этот... Судороги, что ли, или как эта хрень называется? Я, чувак, я не садист. Как ты. А зато. Так. Не, ей не больно будет отвечать. Наверное. Ой, туда. Прилепил эту хрень. Так, теперь сюда. Значит, мы выбираем единичку. Ой, что-то тут тоже активировалось. Код 5. А какого хрена тут тоже активировалось? А, наверное. Окей. Scoreboard. Players. Set. Jetlag. Код 5.0. Во, все. Теперь дезактивировалось. Отлично. Так, тут надо вот этот тифлифлоп получить. Теперь мы активируем, там у нас какой код 4, да? Код 4 у меня есть, код? Да. Код 2 у меня нету, код 2 у меня нету. Активируем, и у меня всё дезактивируется. Код 2, вот эти, как у ментов-то вот эти, код 2, код 70. Да. Вот. Мы тоже, короче, у нас получается, ну, как ДНР, мышкотер ДНР, все дела. Вот, и к нам, получается, в техникум приезжал премьер-министр наш. ДНРовский. Да, прикинь. Получается, полностью окружили район ДНРовцы.
Получается, к нам приезжал техникум, он у нас учился, оказывается, премьер-министр этот ДНРовский. У нас в техникуме учился, закончил техникум там, вот. ДНРовцы окружили техникум, получается, стояли возле техникума с пулеметами, с калашами там и так далее. Этот премьер-министр, этот наш Захарченко, получается, с этой с охраной к нам в аудиторию заходит такое тело с двумя этими охранниками, с калашами. Очко сразу сжалось. Раза в два. Вот. И получается, у нас училка на нашего Захарченко преподавала. Точнее, не преподавала, а была классухой. Вот. И получается, звонит у нее телефон. Она такая отвечает. И так говорит, типа, ну да, типа, код 57321. Я такой думаю, все такие сразу, что за фигня, типа. Начинается, короче, этот, какой-нибудь подрыв или координаты какие-нибудь. Вот, как начали, сразу очко, знаешь, сжалось. И тут же сразу этот Захарченко заходит. Очко сразу сжалось раза в три. Мы такие думаем, сидим, что за фигня, типа, код 52371. А вот прикинь бы к вам Кличко, к примеру, какой-нибудь зашел. А у нас этих же ж нету. У нас же нету, тут не олигарха, у нас ни одного олигарха тут нету. Вот у нас Ахметов раньше был, у нас его нету. Здесь он уехал куда-то, и все его имущество, мы, получается, как бы народу все отдается, это все дело, все имущество. Вот, как бы, у нас больше управления народом, нежели такой властью. Да, у нас, блин, наоборот, все. Уехал, завещание там какое-нибудь пишешь. Ты где живешь? В России, чувак. А, в России. А у нас ДНР, у нас, как бы, отдельная, типа, республика, все дела. У нас все, у нас же раньше было изучение украинского языка, там, история Украины и так далее. Теперь этого уже у нас нету. Очень понятно сейчас. Вот. Ну, у нас жесть, конечно, была. У нас стреляли очень жестко. Да, я представляю, у меня друг. Наверное, некоторые твои подписчики его знают. Дримон, его ник на ютубе. Интерпарень, короче, охрененные делают. У него там в школе каждый день прям херачит. Говорит, аж страшно сидеть. Ну, у нас тоже, я же говорю, мы занимаемся под звуки града. Вот. И вчера буквально, я позавчера в центр города прям херанули с града. Вообще страшно, наверное, вот там сидеть. Нормально, я уже, мне уже привыкли. Господи. А на день ВДВ у вас или нет такого? У вас есть там день ВДВ там или что-нибудь такое? Ну да, есть в Украине вроде бы. А на день ВДВ у вас что там творят? В фонтанах ВДВшники купаются. Ну, как и в России, то же самое. Это что так? Это что из-за алмазных блоков здесь стоит? Ну, я сначала хотел неприличное слово написать, но потом передумал. А, ладно. У меня, получается, на упэде, на карте, я там бежал, ну, получается, зачаривал эти ботинки на лед, короче, чтобы по воде ходить, и на воде написал неприличное слово. Так, что ты тут? Ты декорируешь или что ты тут делаешь? Блин, а я... Ты ёл... А я на Redstone что-то перешел так по фану, знаешь? Я такой декорировал, так бац, на Redstone перешел. Ты что там сделал-то? Я вот, видишь, смотри, такие вот, иди сюда. Ну вот это вот я, короче, модерн толчок сделал. Отвечаем тут, кстати. Это, короче, знаешь, переплавил еду, поел и сразу... Пришел и все. Навалял кучу, да. Застрял. Навалял и ушел. Лепеху. Я, короче, вчера расскажу прикол. Вчера играл на сервере в CSGO. А там, короче, чувак один с ником Медведь был. Капец, он там такие фишки мочил. Короче, говорит, пацаны, я, короче, сру на кухне, на балконе. Вот. Такую, только что на кухне, такую лепёху отложил. Капец, мы там так угорали. Такой, пацаны, кому в жопу свечку вставить? Капец, мы там реально, весь сервер угорал с этого чувака. Я сахар помню тоже. Такой,
Получается, зашел чувак с ником красавица. Такой говорит, типа, эй, красавица. И такой пацан отвечает ему. Он такой, типа, говорит, да ну, иди нафиг, ты не красавец. Ух, нихера себе красавица. Мы там угорали, реально. А ты на пабликах играешь или так? Да так, захожу, когда... Рандомно, короче. Выбираю там... Да, такой чувак, реально. Такие фишки бочил. Ой. Смотри, чувак, короче. Я вот снизу, где печки, я там расставил лампы, да? Угу. Там, типа, какую печку еда пришла, то есть та лампа и загорается. Это полезненький механизм. На редстоун так резко. Так он... Я что-то строю так, строю, редстоуном занимаюсь. Блин, все-таки придется опять эту серию резать, мы уже 40 минут снимаем. Ограничение времени только для... только не для нас, во. Там не надо будет опять это все делать. Хрень. Ладно, в общем. Так. Сахар, помню, тоже смотрел. Это там говорит что-то. Я себе кактус купил. Ему отвечает, красавчик. Потом этот отвечает. А как думаете, после 2 недель он будет Wi-Fi раздавать? Да, не, вот это, конечно, с которой вчера чувак такие фишки начал. Ух, нихера себе красавица. Это просто убило. Там реально весь сервер просто с него угорал. Так. А это, чуваки, кому свечку в жопу вставить? По фану, да? Ага, я только что такую лепёху на кухне отложил. Я не могу, вспоминаю, сразу угорать начинаю с этого всего. Так, ну портал я в принципе сделал, тут осталось только врубить частицы, так. Врубить ТП и врубить эти на 1.8 блоки. Я лампочки сделал. И все, и в принципе у меня все готово, портал будет работать. И я тогда через MC-Edit перенесу свой склад, который я сделал на карте, и все. И на этом закончу. Или нет, или перенесу его потом, когда уже сделаю полностью все эти порталы. Все комнаты, потому что чтобы интрига все это было. Да! Я бог этого, как его, редстоуна. Я сделал, чтобы лампочки работали, чувак, отвечаю. Смотри, они горят. Perfect. А ты что сделал? Ты откуда провел? Я оттуда. От компараторов. Смотри, какой я бог. А какого хрена? Смотри, а что это? Ниже возвращает. А как отменить? Смотри, сверху. Чувак, тут что-то сбилось. Ты, по-моему, нет, ты... Ты, чувак, ты не туда уголь положил. Уголь должен сверху, по-моему, заходить, а еда сбоку. Если я не ошибаюсь. Туда в речке. Не, ну уголь-то в них пришел. Нет, стоп, подожди. Сейчас оно само отменится. Уголь, по-моему, не пришел. Вот сюда сбоку уголь должен заходить, а сверху должно заходить... Ладно, сейчас заберем. Ноль проблем. Да, сверху еда должна заходить. А компараторы отсюда, это ты, получается, к углю просто подвел. То дело. Есть, если есть уголь, то будет гореть и парашют это, да? Да. Если в воронке есть уголь, то будет гореть это параш. Понятно. Оно гореть не будет. Да ну нахрен, ё-моё, я заколебался туда все делать. Где странная справедливость? Ты, конечно, красавчик. Мне 15 лет, меня должны были пожалеть. Надо слезы вытянуть. Я же не тряпка. Иди в подушку поплачь. Ладно. Я ведь могу, чувак, я отвечаю. Окей, так, здесь у нас получается все. Ну, по идее, все даже нормально. Осталось только сделать эту хрень, и все, и портал. Чувак, будет. Смотри. Ну, сюда. Я, наверное, серию назову «Страдаем фигней».
Ну, как обычно. А ну давай что. Смотри, ничего, если вот сундук придется вот так открывать, так, типа, беспалевность блещет. Да пофиг. Смотри, зато печка вот эта вот только что отвечаю, работала. Серьезно? Отвечаю. Дай серьезно. Да. Так. Ты мне не верил? Не верил, да, не верил. Так, куда тут уголь надо? Захерачить. Уголь надо сбоку, ну, чтоб воронки сбоку были. Ну вот, вот эти, которые воронки сбоку, они стоят. Вот это уголь принимает, вот эта вот дорожка получается. Вот она, вот эта вот дорожка, где стоит стекло. А, ну... А вот эта дорожка принимает эту... Мясо. Мясо, да, вот эта вот дорожка. Ну прям, знаешь, что с тобой о мясе, как русский мясник такие. Так. Ну смотри, вот иди сюда. Блин, я, конечно, это поздно уже сказал. Но. Подожди, сейчас я так скажу своим подписчикам. Ребят, кто хочет от меня видео по CSGO? Я хочу. Кто хочет, можете написать комментарий. Я, конечно, это сказал поздно, уже на 46-й минуте, но ладно. Давай я сейчас прям напишу. Я напишу еще в комментариях под первым видео, что типа, кто хочет, пишите в комментариях, кто хочет от меня CSGO. Там какие-нибудь всякие. Я хочу. Так, так что... Меня, кстати, уже на этом, на сервере, на Hypixel начинают узнавать. Прикинь. Я в шоке. Я захожу на Hypixel. Вижу, ко мне чувак подходит. Ты Джокер? Я такой, да. О, тогда я твой подписчик. Нет, я Магомед отвечаю. Отвечаю вообще. Просто забожусь прям, отвечаю. Делать мне столь больше нечего. Так, всё, 50 минут, я делю две серии на 25 минут. Какого хрена ты меня закрыл? Ты где? Вообще посрать, у меня толчок есть. Пойду в него и посру. Супер толчок. Занято? Слей. Такой, знаешь, так, Дань, смотри. Такой смотрит. Окей. Как это, в Майнкрафт новичках то же самое было. Да-да-да. Или какой-то у мясника, когда он играл последнее видео с девкой. Точно. Не допрыгнул такой, раз отошел. Так. Чё-то мы ютуберов начали вспоминать. Да, мы их пиарим. Да. Лоложку мне вчера пиар покупал. Скрытый пиар. У меня Лоложку вчера покупал пиар. Я, короче, под видео ссылку на его канал оставлю. Подпишитесь. Да, если чё, мне, кстати, этот просил там Дэн Шмальц пропиарить его. Говорит, там активность упала вообще пипец на пиар срочно. Вот, так что я ему по-братски за 3000 рублей пиар сделал. По-братски пропиар меня за 3 косика. За 3 косаря. Ну, у меня это, пиар, 4001 рубль. Я ему так по-братски за 3 косаря. Чё ты как-то... Скидку сделал. Чё ты как-то дёшево, у меня 3002 рубля, ёмно. Ладно, ладно, скину, 3999. Ладно, скину, уже ладно, так уж и быть, Дэну. Так, надо ещё не забыть Лоложку пропиарить, это он меня чё-то просил. В общем, ссылка, как всегда, в описании. Заходим, смотрим. Давненько у него видео не было. Я вообще смотрю его каждый день. Старые серии. Пришел в ложку? Отвечаю. Магомедом буду, отвечаю. Не, я раньше тоже смотрел ложку. Я даже вот смотрел его видео и начал сам снимать. Все правильно сделал. Шед. Я смотрел тогда Шеда и ложку. И я, короче, благодаря ихним роликам я начал, короче, снимать видео. Первое, даже у меня первое ЛП было, это ЛП на сборке ложки. Первое видео на этом канале, ну, на этом, который у меня сейчас. Самый. Я тут смотрю. А который, там у меня голос вообще шикарный. Ой, дерзкий.
Все, короче. Не подпишешься, побью нахрен. Все же, короче, 50 минут. Мне делить эту серию на две части надо. Так что, в общем, я думаю, на этом и закончим. Стой, стой, рано заканчивать. Стой, стой, остановись. Страдания херней. Давай, вставай вот так. И давай за... Блин. Эпично, эпично. Давай, да, я тоже блок возьму вот так. Всем спасибо за просмотр. Давай, я говорю. Давай. В общем, на этом, я думаю, мы закончим. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. И прям резко давай так вторую запись начинай. Ты дебил? Ещё ты не попрощался. Всем пока. Да, всем пока, ребят.